В общем, чтобы посмотреть это видео, к сожалению, придется посмотреть его не на YouTube, потому что YouTube заблокировал этот музыкальный ролик во всем YouTube, вообще полностью во всех странах. Его нельзя посмотреть в YouTube, этот ролик, ну именно когда пытаешься его просто залить и показать другим. Поэтому его можно посмотреть только в этом, как его, ВКонтакте, в Одноклассниках. И все, больше нигде. Так что, в принципе, ниже будут указаны ссылки, адреса на просмотр данного видеоролика.